Можно все вспомнить и впасть в отчаяние. Можно написать смс и нервно ждать ответ. Можно придумать тысячи оправданий, а за ними услышать лишь сухое «привет». Можно не спать всю ночь и думать о прошлом. Можно напиться и тупо навзрыд рыдать. Можно выкурить пол пачки легких. Только что ты докажешь, если человек тебя просто не хочет знать? Как ни старайся, у жизни свои на тебя перспективы. И не беги навстречу к тому, кто решил от тебя уйти. Просто пойми, что ведь мил насильно не будешь ты. Не трать время на тех, кто не хочет с тобой его провести.